специальным удостоверением. Этот временный документ планируют выдавать все тем, у кого нет паспорта или имеется паспорт гражданина СССР образца 1974 года. МИР. Сегодня начинает работу Петербургский международный экономический форум. Как пишет Интерфакс, девиз форума в этом году – создавая экономику доверия. Приглашаем посетить вас нашу заправку. Заправка, да? Да. Давай сначала. Приглашаем посетить вас нашу заправку. Здесь предоставлена то, что я. Кухня. И здесь предоставлена кухня. Нет. Я не отвечаю. Можно на бумагу? Приглашаем посетить вас нашу заправку 749-й километр автомагистраль Дон. Здесь находится бесплатная стоянка, кафе с домашней кухней, есть место отдыха для детей, летняя веранда. Я вот обратил внимание, тут автобусы у вас останавливаются междугородные. Да. Вот. Много. Постоянно. Положение определено. Ну вот магазин такой на заправке. Я вот смотрю, магазин у вас на заправке. Что тут можно у вас приобрести? В нашем магазине предоставлено очень много видов различных товаров, необходимых вам в дорогу. Напитки, наверное. Напитки, автомобильные принадлежности, сладости. Добро пожаловать. Не поняла. Приезжайте, добро пожаловать. Мы ждем вас здесь. Спасибо.
В общем, третья серия. Москва-Крым. Ночевку, место вы видели. Информацию еще раз я об этом передал. Интервью руководителя, администратора, наверное. Но эта серия будет короткой по той простой причине, что примерно через 100 километров начнется пробка. Пробка, которая заберет 5,5 часов, может даже больше, простоять в пробке, проехать 12 километров за 5,5 часов. И это уже длится не первый год. Идет ремонт моста. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Идет ремонт моста. И движение пущено по одной полосе. Скапливается огромная пробка, ну, примерно на 10-15 километров. Все, кто может, имеет возможность, объезжайте. Трасса М4 Дон. Ну, здесь на трассе я опять встретил мошенников, которых не видел уже более 2 лет на трассах России. И вот они на трассе М4 опять о себе заявили. Стоят на обочине, интенсивно машут руками. Но я не остановился, потому что не был готов. У меня не был видеорегистратор. Ну, короче, не был готов. И, к сожалению, вот этот эпизод я не заснял. Далее был эпизод, когда эти же мошенники, по-моему, те же самые, они обогнали и... Сейчас... Впереди камера. Ограничение 90. Сейчас уже не помню, но я остановился. Блин, перестал брать с собой эти перстни, которые купил на вокзале, чтобы этих мошенников развести. Ну вот, переживаю, что... Как только перестал брать, так они появились, блин. Ну, в общем, отправляясь на юг, имейте в виду, стоят на обочине, интенсивно машут руками, просят помощи. Вот, не останавливайтесь. Не останавливайтесь. Это просто потеря времени, а возможно и потеря денег. Так, пробка. Начнется пробка, на этом видео закончу, потому что смысла нет. 5 часов от торканья в пробке. Но кому интересно будет, значит, на втором аккаунте я размещу полное видео без купюр. И вот стояние в пробках, пробки, ну там будет 3 пробки, вот самая большая пробка будет на 5,5, на 6 часов, вторая пробка примерно около часа, ну и третья пробка минут 20, наверное, так, пробочка. Там сможете послушать, что говорят дальнобойщики. Все на нервах, конечно, все на эмоциях. Но я думаю, интересно будет послушать кому-нибудь из власть имущих. Какого мнения водители о губернаторе, о правительстве.
Значит, на трассе при стоянии в пробке был момент, была ситуация, когда автобус вез пассажиров, и срочно понадобилось, ну, естественные надобности. Что творилось в автобусе, я не знаю, но водитель автобуса умолял пропустить его, так как там женщины, дети. Как можно было, были дальнобойщики, уступали дорогу, чтобы пропустить автобус. Что, нас ожидает пробка под Ростовом? В общем, автобус пропустили, еле-еле он протиснулся, впереди была заправка «Лукойл», и вот пассажиры, но были просто вот, просто в жутком состоянии, представить. Невозможно, как тяжело пришлось пассажирам. Ну, если пробка, значит пробка. Все из-за неорганизованности дорожников. И вот проезжая потом вот этот мест, где шел ремонт, ну, просто слов возмущения не было. Три человека что-то ковырялись, трактор. С такими темпами, конечно, они еще не на один год затянут ремонт этого моста. Поэтому посмотрите на карте координаты и объезжайте по проселочным, по каким-то другим дорогам. А ведь скоро начнется сезон отпусков, и моряки, как называют дальнобойщики отпускников, заполонят трассу. Ну, я даже вот представить не могу, что будет там твориться. Если сейчас при слабом движении, в основном только большие грузы идут и ну, редкие маленькие машинки, то с сезоном отпусков, я думаю, будет мама не горюй. Передали, вроде бы губернатор подал в отставку. Вот. Не знаю, по какой причине. Но вот между властью или безвластие привело к тому, что просто ситуация катастрофическая. Я всю пробку показывать не буду. Серия закончится, когда я подъехал к этой пробке. Ну и следующая серия начнется, когда уже выезжаю из пробки. По времени на видео сможете сами посчитать. Сами сможете подсчитать, сколько простояли в пробке. Ну вот автобус был, когда возникла проблема у людей по нужде выйти. И негде просто было место, пропустили там. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Как-то прижались друг к другу, пропустили автобус. За ним следом... Через некоторое время взмолился дальнобойщик, он вез мороженое, у него отказала холодильная установка. И чем закончилось, ну, тоже вроде бы пропустили, но не знаю, чем закончилось. Или растаяло мороженое, или еще что. Если растаяло, то бедолага попал на огромные деньги.
Были еще там ситуации какие-то, я сейчас уже не помню, но те, кому интересно будет, значит, на втором аккаунте это видео будет без ускорения, с оригинальным аудио. Конечно, там мат, мат-перемат. Поэтому предупреждение. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Предупреждение будет и в начале видео, и сейчас предупреждаю, что чтобы были очень аккуратны. Значит, пытались маленькие машинки объехать пробку по разделительной полосе. Там и авария случилась, и уже друг друга и подрезали. Я просто представить страшно, вот по разделительной полосе летят маленькие машинки, и ломались, и, по-моему, даже ДТП было. Честно говоря, вспоминать сейчас этот... Это тот участок маршрута. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Очень неприятно. Просто вспоминаю, что состояние сжег полбака бензина в этой пробке. И проехал совсем мало в этот день. Проехал примерно 440 километров. Вот дальше я, наверное, комментировать уже не буду этот участок, эту серию, просто включу музыку. И вот примерно на 103-м километре от места ночевки началась эта пробка. Так, предупредила. Ну, в общем, на этом заканчиваю комментарий этой серии. Дальше под музыку хотите, смотрите. Вступайте так, как сочтете нужным. До четвертой серии. Всем пока.
Thank you.